Всем привет! С вами Time Games. Ну что ж, дорогие друзья, заканчивается у нас 15-й тур чемпионата России с суперматчем Локомотив Зенит. Хочу посоветовать канал распаковок посылок с Китая, с сайта AliExpress и заработка на нем. То есть на этом еще можно и заработать. Об этом вам расскажет канал «Заработок с Китая». Ссылка в описании. Итак, стартовые составы команд. Локомотив. И стартовый состав Зенита. С центра поля мяч развели футболисты Зенита. Все, последний матч в 15-м туре начался. Локомотив Зенит. Уже Черлука отбивается. Еще один удар. Гильерми выносит мяч в центр поля. Мяч у Халка. Пасует на Шатова. Шатов. Нарушение правил со стороны Локомотива. Навес мы сейчас будем наблюдать от Халка. Дзюба! Гильерми забирает этот мяч. Шишкин. Динга. Черлука. Тарасов. Коломейцев пас налево. Денисов. Ньяс открылся очень хорошо. Нарвался. Нарвался на защиту Зенита. И пошла уже... Все, закончилась атака. Зенита. Тарасов. Пас на Миранчука. Самедов. Самедов бьет. Ладыгин. Смольников выбивает мяч на угловой. 11-я минута матча. Подавать угловой будут хозяева поля. Локомотив. Итак, следует подача. Ньяс отдал пас, но пас чужому. Самедов из-за боковой. Мяч вновь у Самедова. Пускает мяч за боковую Александр. Хави Гарсия. Гарай. Смольников. Дани. Хави Гарсия. Длинный навес от Пицеля. Даже не навес, наброс. Гильерми. Денисов. На Коломейцева. Коломейцев в центр. Самедов. Ньяс на Самедова. Самедов на Ньяса. Гарай. Стена. Перехватили мяч железнодорожники. Самедов. Опять Гарай. Шатов. Зюба. Остановился. Ждет партнеров. Зюба. На Дании. Аников. Передача на Дании. Дани успевает к этому мячу. Штрафную входит, но тут Черлука караулит всех и вся.
Мьяс, пас вперед! Миранчук! Динга! Хороший забег Миранчука, но неточный пас на Ньяса. И потеря мяча. Дани. Ави Гарсия. Шатов. Смольников. Халк. Халк переводит атаку на левый край. Дани с мячом. Успевает Челупа подстраховать и забрать мяч у Дани. Динга отдает пас вперед на Миранчука. Еще дальше идет передача. Ньяс. Отобрали мяч у Ньяса. Дзюба ждет партнеров. Обыгрался с Шатовым. Отдал назад на Вицеля. Дани, Вицель. Дани на Дзюбу. Шатов. Хави Гарсия срубил просто его. Да, срубил Дмитрий Тарасов и получил желтую карточку за это грубое, за свое грубое поведение на поле. Итак, еще один стандарт у ворот Локомотива. Удар для Халка. Пушечный удар. Гильерми. Шишкин. Динга. Самедов. Ньяс. Обратная передача. Самедов. Пас-центр на Ньяса. Миранчук. Коломейцев. Ньяс. Нужно бить. Отбились футболисты питерской команды. Дениса. Мяч у Коломейцева. Упустил. Первый тайм близится к своему завершению. Команды никак не могут распечатать ворота друг друга. Вицель. Дани. Анюков. Пас на Дзюбу. Анюков. Шишкин мяч у Анюкова отобрал. Легко и непринужденно. Чёрлука. Так, пас назад на Пейчиновича. Ждет, выжидает Локомотив своего шанса. Миранчук нарвался на Гарая. Как сегодня Гарай в отборе играет просто великолепно. Отдал на Ладыгина. Ладыгин отправляет на Анюкова. Тарасов. Миранчук. Пас налево. Коломейцев. Пас на Тарасова был неточен. Халк. Гарай. Мяч вновь у Халка. Хави Гарсия. Две минуты добавил первому тайму судья. Коломейцев. Пас в центр. Ньяс. Нужна поддержка. Миранчук. Выбивает у него мяч зенитовцы. И звучит свисток на перерыв. Локомотив Зенит. Счет не открыт. Все самое интересное будет уже во втором тайме. Развязка этой игры.